Алексей Алексеевич Кадочников, русский стиль рукопашного боя, создав свой стиль, получивший название «Стиль Кадочникова». Доброе утро, Алексей Алексеевич. Доброе утро, Вадим. У нас еще один гость, Вадим Старов, директор Центра рукопашного боя. Русский стиль, система спецназ, продолжает традиции русских боевых искусств. Ведет свою родословную от советской боевой системы Спиридонова. Боевая система военной разведки современного спецназа ГРУ развивает технику, направленную на тотальное уничтожение противника, активная техника задержания, конвоирование преступника, а также методика и тактика ведения скоротечных огневых контактов позволили внедрить систему «Русский стиль» в силовые «Русский стиль» – система самозащиты. Это универсальная система выживания человека в любых экстремальных условиях. Что заниматься ею может любой гражданский человек с ослабленным здоровьем любого возраста, пола, физического состояния. Идет ни в лесу, ни в городе, ни в любой экстремальной ситуации. Если подходить с научной точки зрения, то это соединение прагматической инженерной науки и боевого мастерства предыдущих поколений. Математический анализ Алексея Кадочникова на этапе подготовки к решению боевых и специальных задач.
Ложку уберите. Алло. Удар по зонам и точкам. Карандаш мы пробиваем карандашом, даем с усилением. Тут же мы начинаем работать под локоть. Здесь его брать. По той же технике, как мы брали на захват, на сопровождение. Можем здесь его чуть-чуть осаживать. И скрутили шейные позвонки, отдали в позвоночник. И вот здесь об угол стола мы скручиваем, ломаем шею. Вот это сделали, чтобы отвлечь внимание и пробить. Пробили горло, но это же опять был начальный момент. Дальше пошли глаза моего к себе. А теперь вот здесь мы усилили и своим телом ломаем ему здесь шею. Отсюда же у нас пошли пальцы. Мы взяли вот здесь за пальцы. Взяли на сопровождение. Здесь мы усилили. Какой пистолет? Мы здесь его мушкой ему под корень носа. Здесь мы перевели, передернули, произвели выстрел, вставили пистолет в рот ему. Мушкой по лбу, чтобы у него кровь заливала глаза, чтобы он ничего не видел. Он нам надоел, мы ему нанесли удар и выпроводили его. Боевой самбо для спецподразделений, который является самым лучшим. Приглашаем вас в школы для занятия по системе ножевого боя, по системе самообороны, мягкой системе «Русский стиль», а также курсов саморазвития.